Так, тест дроби Эверест, значит, шестерка, вон наша мишень, 40 метров, ну, отстреляющий выложу, это у нас Эверест и Ростов, одинаково заряжено. Так, ну вот наша мишень, это у нас Ростов, отстрелялись, я в конце видео все покажу, отмечу. По резкости Эверест 2 был диаметра, но опять же видите, картонка трухлявая здесь, а вот Ростов сидит один диаметр. Вот смотрите, хотя в принципе вот здесь была одна пробоина, 2 диаметра, и вот 2, это Ростов, одинаково, я бы вам сказал, потому что здесь вот я смотрел, это Эверест 2 диаметра и Ростов 2 диаметра. Все, все остальное я не считал. Ну, здесь тоже по 2 диаметра, сучок вон один. В принципе, резкость одинаковая. А вот кучность, я уже вижу, немножко увереста лучше. Ну, посмотрим. Пристрелка идет по полной программе. Выехали на лисицу. Вот она, мусорка. Сейчас будем стрелять еще. Перевернутые пуши-контейнеры 100-метровые. Дробь номер 6. Ну, только надо найти где-то отвесный, вот гляньте, диваны, можно все поставить, расстрелять. Отвесный склон на 100 метров, потому что, я думаю, если контейнер уведет куда-то, в диване я не попаду. Ну, хотя бы посмотреть, перевернулся он или нет. Так, ну вот мы и отстреляли шестерку. Честно сказать, разницы я не увидел в бое. Значит, патрон был 1,7 пороха Ирбис. Именно Ирбис взял, потому что на другом порохе все было бы кучнее, на соке или на салюте. А я взял именно Ирбис протестить. Дальше. Чедит H17 с дубовым амортизатором, все знают, специально, чтобы дробь помяла. И звезда. Дроби было 35 грамм, шестерки. Ну, там расстояние я немножко снял, как бы немножко, чтобы не затягивать видео. Вот у нас Ростов, она у меня не подписана, 138 штук. И вот у нас Эверест, 136 штук. Я разницы не вижу никакой. Я вот, конечно, не за метил, как висела мишень. Ну, эта мишень висела вот так, я ее подписал сразу. То есть здесь, ну, то, что у меня немножко низит, я целился как бы сюда. Вот, вот она, видите, вот она как раз осыпь идет. Вверх практически пустой. И вот там пустой. Может быть, ушел немножко левее, ветерок небольшой был. Ну, опять же, может быть, контейнер, потому что стрелял с дверцы, с упора. Ну, может, там, на какой-то там 2 сантиметрика качнул, но опять же, 2 сантиметрика, это здесь должно все покрыть, поэтому я, честно говоря, разницы не вижу. Эверест, и давайте еще раз посмотрим Ростов. По тесту на твердость они что-то показали, ну, Эверест вроде как был тверже, но вот она, Ростов. Вот такие мишеньки. Собственно, порох Ирбис у меня для пострелушек. Если я заряжу сюда другой порох, здесь будет все намного кучнее. Поэтому Ирбис я сожгу где-нибудь там на каких-нибудь тестах. И ни в коем случае я на охоту с ним не пойду. Вот. Можно как бы перестрелять эту же дробь на другом порохе, и тут сразу все будет понятно, к чему надо идти. Так, но это не в этом деле. Вот одинаковый патрон, одинаковый порох, одинаковое снаряжение. Разница только в дроби. Разницы нету. 136, 138. Ну, тут я немножко вроде как сюда ударил. На той мишени вроде как, может быть, сюда. Ну, как-то, не знаю, либо контейнер так сработал. Ну, выстрелы просто дикие. Выстрел бодается как магнум. Поэтому... И это ТОС-34.
Поэтому 1,7 пороха Ирбис много, да вообще с порохом Ирбис теперь надо куда-то девать эти полкило. Вот, так что такие вот мишеньки, такие.